Конкурс дети читают стихи. Басня Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что листь гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет урок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала, вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша. Головушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский бы должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, и ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты у нас была царь-птица. Пищунина похвал, скружилась голова, от радости взабу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона как все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова,